Друзья, всем привет! Сегодня сделаем простенькую самоделочку из профильной трубы. Первый обрезок у меня 50 на 25 профильная труба. И второй обрезок это 20 на 20. Ну а что из этого получится, мы сейчас увидим. Всем приятного просмотра. Поехали!
Друзья, вот такая простая самоделка сегодня с вами получилась. Да, она простая, но в то же время для многих будет очень полезная. Изготавливается довольно-таки быстро, понадобится самый минимум материалов. Из инструмента можно обойтись болгаркой и дрелью. Да, хотелось бы успокоить хейтеров, они скажут, что я работал на ленточной пиле. Друзья, каждый работает тем инструментом, который у него есть в наличии. Но хотелось бы сказать, работайте хорошим инструментом, ведь хороший инструмент – залог хорошей работы. Ну а мы на этом будем прощаться. Кому понравилось, поставьте лайк, вам не тяжело, а меня сподвигает на новые видео. На этом все, всем пока, до новых встреч!